Всем привет! Сейчас специально для канала Банковский мы поговорим про кредитную карту Росбанка «Можно все». Условия. Кредитная карта Росбанка «Можно все» с достаточно хорошими и очень выгодными условиями. И давайте поговорим про эти условия. Выпуск карты будет бесплатным. Доставка карты курьером тоже будет бесплатно, но, кстати, конечно, доставка производится не во все города, а только в достаточно крупные города, но все же это большой плюс. Плюс есть кэшбэк, хороший кэшбэк по этой карте, и в месяц вы можете получать до 10% кэшбэка, причем кэшбэк возвращается реальными рублями. Плюс вы можете использовать данную карту до 62 дней, без процентов, то есть льготный период составляет 62 дня. Обслуживание карты в первый месяц будет полностью бесплатным, то есть 0 рублей. Со второго месяца оно может быть не бесплатным, оно может быть 79 рублей, но если вы будете пользоваться картой и совершать покупки от 15 тысяч рублей, то здесь тоже обслуживание будет бесплатным. И также плюс, большой плюс данной карты является в том, что вы можете совершать переводы с данной карты без комиссии. Вы можете даже снимать наличные с данной кредитной карты тоже без комиссии. Причем как в банкоматах Росбанка, так же и в банкоматах партнеров. Причем это кредитные деньги, да, ну и конечно же это просто замечательно. Что же касается выдачи данной карты, то, конечно же, вы должны быть гражданином Российской Федерации, вы должны иметь постоянную регистрацию на территории Российской Федерации. Что же касается каких-то других условий, если вы собираетесь брать карту и запрашивать сумму с лимитом до 100 тысяч рублей, то здесь каких-то дополнительных документов, кроме паспорта Российской Федерации, вам не понадобится. Если же вы претендуете на кредитный лимит более 100 тысяч рублей, то здесь уже необходимо будет предоставить пакет документов. Необходимо будет, конечно же, подтвердить свой доход за 12 месяцев, справка по форме 2 НДФЛ, справка по форме банка, справка по форме организации работодателя, выписка по зарплатному счету, справка о размере пенсии, это для работающих пенсионеров, или налоговая декларация для лиц, если вы ИП, да, у вас частная практика. В общем, что это я перечислила, да? Нужно будет предоставить один из этих документов. Если вы обычный рабочий, справка 2 НДФЛ за последние 12 месяцев. Если ИП, то декларация, пенсионер, все. Я это перечислила. То есть обязательно при кредитном лимите более 100 тысяч рублей вам необходимо будет подтвердить свой доход. Ну а в общем, карта достаточно классная, да, удобная, выгодная, то есть до 10 тысяч можно вернуть кэшбэк, конечно, мало где можно вернуть такой кэшбэк по кредитной карте. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала Банковский. Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!